центральном парке несколько сотен людей. Развернуты десятки плакатов с надписью «Севастополь», «Крым», «Россия». Развиваются флаги России. Есть и совсем небольшие флажки со словами «Наши сердца Крыму». Так с самого утра начинается митинг в честь 9-й годовщины воссоединения Республики Крым и Севастополя с Россией. Крымчане, севастопольцы и знали тогда, знают и сейчас, что мы своих не бросаем. Рязанцы все эти годы активно поддерживают своих соотечественников, помогают во всем. Ну, вот точно так же, как мы сейчас помогаем и четырем новым регионам, Донецкой, Луганской народным республикам, Запорожской, Херсонской областям. Помогаем и будем помогать. «Крымская весна» – название скорее народное. 9 лет назад, 11 марта, Верховный совет Крыма и Севастопольский городской совет приняли декларацию о независимости регионов. По итогам референдума в Москве был подписан договор о воссоединении Крыма с Россией. Это произошло 18 марта. В силу он вступил спустя 3 дня после ратификации Федеральным собранием Российской Федерации. Тогда это стало событием всенародного масштаба. Помните, тогда на площади Победы проходил многотысячный митинг. Митинг шел. Казалось, вся Рязань собралась на площади, а люди все прибывали и прибывали. Потому что все мы чувствовали, что на наших глазах творится история. Этот день отмечает вся Россия. А для Крыма праздник этот традиционный. В этот выходной день в Крыму по всему полуострову устраивают торжественные мероприятия, концерты и автопробеги. Помимо этого, жители и гости полуострова несут цветы к мемориалу народному ополчению всех времен.